Поехали, запись пошла. Вот он наш Юпитер. Только-только поднимается над горизонтом. 19:48 по Киеву. Мы каждый день на 5 минут раньше приходим. 19:48, 19 августа 2020 года. Настройки светочувствительности минимальные. Расчет на то, что видно будет полосы, но пока из-за облачности этих полос практически не видно. Слишком низко над горизонтом. Юпитер, но видно, что еще довольно светло. Даже низкие настройки светочувствительности показывают, что день еще не закончился. Ну, по факту мы 5 минут назад сняли закат солнца. Просто здесь же рядышком. Так, сейчас коротенько сниму этот дублик темненький, а потом перейду к светлым настройкам и посмотрим на спутники. Там сейчас строятся. Ну и Сатурн заодно снимем.